мен бір жерден бұтқа, наконец-то біз завтрак кашайды. Настоящий, башкирский бұтқа. Они всякие турецкие халам-балам, блин, и куке без конца. Бля, вы мне мадей тамилы, яраткан бутқамды, наконец ашайым. А тут дегенде түріктердің всякие... Аларын бутқа, бля, вы мне мадей тамхет. Вообще капец. Алар, короче, просто, не, крупа алғандарда, хүтмен бутағандарда, и все, шыңма, Аллах аппе. Мам, мне сегодня сдавать экзамен по геометрии, я ничего не выучила. Ой, боже мой, как тебе и надо, курица помада. Короче, бля, мне сегодня экзамен сдавать, бля. Все легко и просто. А мне анекдот видим. Вот шуны хамак надо давай. У Закиру Латайдан яраткан анекдот тейнен. Короче, бір студент, бір мәлі ухымаған юрган-юрган да, ел бойынан. И экзамен алдынан қана бір гіна билет ятлаған да, бет тұрахын да. И барған экзамен зарат тұрлад. Тега билет иләккен, эт тұрахын да. Ханым, эт алған да билетті ухытысыға айта екен. Эт! Эттің бар дұрт аяғы. Хәм юні. А юніндей бар біті. А бету и давай бет тұрағында сөйдеген. Эй, сөйдеген, да бет тұрағында шаңын оқытысы аптап кеткен да. Теге икінсі билет аларға ұшқан. Возьми другой билет деген. Бұл қарқарыш алған икінсі билет. Хайыр. Хайыр. Хайырдың бар тұрт аяғы. Хәм юні. А юні болғас. Анда бар беті. А бету и давай бет тұрағында сөйдеген. Сөйдеген, да бет тұрағында. Шан хазыр оқытысы психовайты алып кеткен тұтқанда баға билет балық тұрағында. Балықтың юні оқытысы. Шан теге студент алғанда аптап тұрмаған. Балық ол юде хылда. Оның юк юні. А вот юні болға. Юнінде болыр ине бет. И давай бет тұрағында өйдерге. Вот ты точно так же и геометрию сдавай. О, я так мечтала об этой будка. Об этой будке. Башкортинян башы. Я так мечтала об этой будке. Эта будка была моя мечта. Турцияла. Короче, доктор, представляете, мен деньги да хыл тыштым дайлы. И мына ошо прическама кайтып кеттим. Прикиньте, ул даже до такой степени босыраган, что уже айтып, карага, кире түшмей. Куре алмы, кире түшмей, на. Эсэй, 43 годика. Зато, кызым, кто в душе ребенок, в душе всегда мол, илейня бас. Не теряйте в душе ребенка. Или... Картаймага. Если в душе у вас ребенок... Короче, көңіліңде бала болып тұрып қалсаң, қартаймайсың. Не терей көңіліңде бала. Ну, вы поняли, что я хотела сказать, да? Прикиньте, мы огород утоптали, да? Вообще капец, блин. Впервые в жизни огород утоптали, дуста. Ну, пока утоптала, мы дали. Короче, достер, вот моя банда. Меня зовут Ашот, брат, это Ахмед, братишка. Сейчас мы будем грабить и терять банк, местный магазин. Ахмед, братишка, покажи свои прелести. Вот артисты на деле. Кинула курган, что вам обещали. Че, пошли, местный магазин грабить, дядя Рустика. Мы что, к нему пойдем, что ли? Да, а ты думала? Да шучу я, дураки что ли? Mi bandito, transferito mi costetto pistoletto. Oh yes, mi strillando, un vivanto, un tradando, toglietto. Oh yeah.
мама криминал. Мама мама криминал, криминал, криминал. Мама криминал. Мама мама криминал. Вообще-то это музыкальное сопровождение. Вот, достаточно, представляете, Мазарина на мандай профессионал. Он даже вайн снимать когда с музыкальным сопровождением начали. Представляете, глубины. Прикиньте. Че, пошли? Мама мама криминал. Конечно, Азалян Тонгун давным-давно утеп китте. Абит, он дурт, я что ли? Представляете, ма? Он вообще капец беликейский, не-не. Нах ты, смурфик, как шаган, сморщенный смурфик, не. А сейчас атома, кыз. Представляете, ма? О, кивга бригала. О, не бригала. Мен немекай бэнда картофер сөйрейм, потому что, достар, бүгін бит Азалян Тонгун уткара, кыздар сақырған, девичник. И представляете, ма, бірге албет мен айтты үйден сығып кетерге. Саат алтылады, қыздар келеді, сығып кете кетті. Неправда. Үстел әзірзәгіздер десті, и сығып кете кетті. Это неправда, ты сама сказала, что вы куда-то уйдете. Ну уйдем и обтрап, что мы будем тусить с твоими подружками, что ли? Хотя я запросто могу тусить с твоими подружками. Біз үстапқыр үзей үттік. И үсігіндәлі меня врачтар айттілер, что мальчик тенілер енді. Шанау мальчик тегестер, біз мальчик күттік. Вообще-то на самом деле, Альберт мой кореші. Шынан мен даже исім ойдап таптым. Аяз деп қошырға. Представляете ме? Хотела, короче, назвать сына Аяз. Шон хар есім әдірләнек бетінде, күтәу бетінде. Ну вот, пришло время рашат бетінде. Шон мұн тегі Азалек сұрып келейінде. Шон хәдір врач үйгір келеветкен енді қаранла. Ты же рожаешь. Мен там я сколько уже кричу, что я рожаю, мен там. Никто мне не верит, я рожаю. Дейм бетінде. Шон хәдір ладно. И бір-екі күсендім дәвет. И все, шақ. Поздравляю, у вас девочка. Мен там, в смысле девочка, мен там? Сказали же, мен там мальчик будет. Она кушарка тянет. Ну, извините, пожалуйста. Девочка ты. Ну, это я знать не знаю. Мне вообще-то сказали, что мальчик будет. Ты им бить не делаешь. Она ведь там, короче, баша мы с тобой. Что она говорит, а кушарка кулянет. У мужа спрашивает, я лимя кей тянет сюда. Ну, вот, короче, в итоге шла это Азалия оттуда. А я сорвана. Представляете? Аделина Альбертовна, скажите, пожалуйста, башкирская домохозяйка, как мачеха, какая она? Можете спокойно говорить, ее здесь рядом нету. Прекрасный человечек, очень веселый, вкусно готовит. Иногда может там что-то из окна вылететь. Это неправда, это неправда. Например, я. Когда мен нық қызып кетем, Альберттің бір фишкаға бар, ол тотала йоқтарға ята. Представляете, ма? И резко тұрала айвет, ұлтырғыстан, и кете йоқтарға. А мне не с кем ругаться. Мен аптыра берем сұнан, прикиньте, достар. Мы все ложимся спать просто в один момент. Вот многие спрашивают, где Аделина учится. Я училась в Башкирском государственном университете на отечественной филологии на заочке, в заочном отделении, потому что я работаю. Ага, какой курс? Четвертый заканчиваю сейчас, и у меня еще пятый остается. Кем ты хочешь стать в будущем?
женой миллионера. Аделина Альбертовна в будущем хочет стать женой миллионера. Так что миллионера пишите Аделине. А где работаете? На данный момент я работаю в фитнес-клубе в центре города администратором, менеджером. Вам нравится ваша работа? Да. И еще чем занимаетесь? Танцами. Преподаю танцы. Короче, доктор, еще Аделина преподает танцы. У тебя есть молодой человек? Об этом история умалчивает. Не, ну правду скажи, че? Все сложно. У нее все сложно. Уже сколько лет у нее постоянно все сложно. Почему у вас не складываются отношения с парнями? Вы же очень красивая девушка. Громкие дискотекалар ойыштырмаққа, чтобы кушылар андар полиция сақырды бетмәген. Ишеттегіз мен? Мен мұнда балаға әзірләнем кока-кола, зимний салат, тауық паттары, картоф духовке, луковые кольца, пицца, суши, хэм, фрукты. Видите, какое стол вам приготовила, девочки? Что надо сказать? Что надо сказать? Спасибо. Не знаю, куда пойдем, доктор, представляете, у нас есть дома вагонет, я не знаю даже, куда мы пойдем, но куда-то пойдем. Елга буйна дышит, машина ее ставится. Мы тут пристанище таптық, үзлеп юрит раз, Альбиналарға келерге болдық. Мына, как всегда, Альбина бізді приютит етті. Немене қарап тұрғанда? Әле ендік? Ха, байрам етеп. Сойыртам, конечно. Халқын сей сел, халқын сей. Хәдір Милеуша, мене көректім өзімдің владениеларымды деген. Не, владениеларым бар. Еді? Короче, доқтар, хәдір Альбина көрхәдім де өзімдің владенияларын. Ол, короче, нық көп агару сәскен. Ашы, нық көші көп сәскен. Енді, так, мұна Альбинаның владениялары. Мұна ұшында. Ол, көрегім, қапқара ер. Это называется супер-новомодная теплица Альбины. Вот, достар, ешіл теплицағында Альбина өстіра, так, бір әгурсы, шан 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук помидор өстіра. Яныңында 1-2 штук перец өстіра. А что-то бұнда разный-разный помидор. Скажите, пожалуйста, Альбина, почему ваша теплица отличается от других теплиц и почему у нее нету ни окон, ни дверей? Агарда, кімдар тілі өстіріға по модной новой технологии, Старга теплицалар хан по новой модной технологии бакса устаргателей обращайтесь Альбинага. У рэта нисик без окон без дверей тишик теплицала устарга урожай и ай весь ел үрүп тура хайват кояш түшүп тура хайват устаты. Күлерге ине. Был только я не ушла. Боюсь, я не поняла, зачем им был теплица? Я алдама, ничего не было. Матка, ты нагасы, ну, теплица армянника, матка. Ужас, синяя колыхина, Альбина, Альбина. Каждый, был только я не теплица, шла, я не... Альбина потеряла своего сына.
он ушел к соседям. Она вот он. Тищит. Он любит ходить к соседям. Вот тут между соседями нет забора. И часто Мурат гуляет в своей прикольной шапочке и с чупа-чупсом у соседей. А сейчас мы посмотрим сад у соседей Альбины, у Расимы. Вот мы вот так вот легко и просто заходим. И вот мы сразу же оказались в соседнем участке. В соседнем участке, вот смотрите, много растет петуни и даже есть курицы. Вот, смотрите, курицы. И вот тут вот у них растет огород. Ой, хамагад. И вот сразу же появился соседка. И касы. Ой, касы! Хиник забрал, был на асне, был килдик, да, индик был, да, рахат тенеп. Представляешь, да? Салем. Қой қастым, дарагинаның ендей биселер ұңған, мәктептен оқыталар, еші сеске өттіріп аталар. Бір қайдаларында биселер ек. Өт, рәсімен. Өте оман. Не қасан үлгірәң ол? Дұрыша бәлінде. Просто так көршіге еңем, сескелер қатып алдым, прикинь. Ой, рәсімен. Настоящий бизнесмен, баша біле. Мен қалендігіне білерге еңгейм, мен бұл мен сеске Он так Альбину добро шат ралима, ке хашар абы шеревори бедкиля вот тигас. Вонимал? Грибы ит и гауган жарю. Зачем? Она фаршировать будет. Какой-то бар фаршированный грибы шеревори. О, прикиньте, фаршированные грибы. Грибы, если нам она штеган тишик Альбина, и шуну, если нам тыга ошундағы грибыны. Она бедкиля вот тигас. И Альбина 5 минут сында шуну бешерді. Очень быстро готовится, очень. Не очень вкусно. Просто обалденно. Ну, тоже драк. Ну вот, чувак, мы тоже драк. Тоже не ляган.